Вот это, короче, кабанчики здесь поработали. Вот ямочка. Вот. Да, я пойду сам. Похрюкай там. Че? Ну-ка иди, как опытный. Смотри там по ямам. Вот, я первый раз такую херню вижу вообще. Чтобы они так вот нарыли. Ну-ка, Русь, порассказывай что-нибудь, типа ты там, типа ты егерь там. Здравствуйте, Руслан. Мне сказали, вы егерь, да, вот. Вот, расскажите, пожалуйста, вот что вот это вот за яма тут такая? Вот это вот, что такое? Ну, это тут кабаны рылись, ну. Они, короче, рылись, ну, мы тут в 100 метрах ходили, они копали тут ямы. А куда они сейчас делись? Ну, наверное, пошли. Куда-нибудь спать. А у вас винтовочка, я вот смотрю. Покажите, что у вас винтовочка. Да, это ружьишко так. Такое, блин, специально кабанов. Ну-ка покажите, что у вас там за патрон заряжен. О, магнум, ну-ка достаньте-ка его. Магнум, да? Да. И вы давно охотой увлекаетесь? Ну, с детства. С детства, да? Ну, понятно, хули. Русь, сейчас еще что-нибудь. Ты так, ты не притормаживай, когда говоришь. Ты просто говори там, скажи, вот сейчас вальшнеп только пролетал, скажи, ты типа стрельнул. Скажи, ну вроде попал, он вроде куда-то к лесу пошел. Че, пиздани такое, скажи. Скажи, вот вчера ходил, блядь, по лосю три раза стрельнул, под ранком ушел. Сегодня, говорит, только нашел, он уже протух. Подожди, стой. Стой, сейчас сперва про вальшнеп. Ну вот такая история. Руслан, я вот слышал, вы тут только что стреляли, да? Ну, да вальшнеп летел. Да я стрельнул, блин, да промазал. Ну, не промазал как, попал, но он все равно улетел. Увернулся, да? Да. Ну. Вчера в лося стрелял два раза. Ага. Под ранком ушел. Сегодня ходил, он уже протух. Протух, да? Ну. Ну, так вы его на медведя можете трактором утащить, да? Да, а че? Ну, можете Потапыча поймать, да? Да, петлю поставим. Ну. Все. Понятно. О, Руслан, вы идете, да? Да, да. Вот, тихо. Что такое, Руслан? Заяц. Где заяц? Вон. Где? Тихо. Где он? Вон. Да? Подождите. Стойте, я вас сниму. Подождите. Давайте. Где он? Тихо. Ах, ё. Оп. Ну и что, Руслан? Чем вы нас порадуете? Убежал, падла, блин, все равно. Убежал зайчишка, да? Ну. А может это не зайчик был, а медведь? Нет. Заяц точно, да? Да, мелкий такой. Ну у вас охеренное ружье, как посмотрю. У вас мушка даже опять отлетела. Да, мушку опять потерял. Да, ну может вы поэтому и не попали? Может быть. А, ну ладно, пойдемте тогда дальше.